Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко поделился мнением об исходе матча-реванша между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. «Это был очень близкий бой, но последний раунд, я считаю, выиграл Канело. Это был очень близкий бой. Второй поединок получился как первый, который завершился в ничью. Но там не было ничьи. Думаю, Головкин выиграл первый бой, но во втором бою действительно была ничья». Всемирно известные братья Чарло узнали имена своих соперников и даты грядущих боев. Чемпион WBC в первом среднем весе Джермал проведет четвертую защиту титула 22 декабря в Бруклине. Его соперником станет Тони Харрисон, в прошлом бою одолевший Джо Смита. Топ-претендент на титул в среднем дивизионе Джермал Чарло выйдет в ринг в рамках этого же вечера бокса. Его оппонент Вилли Монро-младший. Громкое поражение от Билли Джо Сондерса Монро успел закрыть двумя победами. Американский средний вес Дэниел Джейкобс завершает подготовку к субботнему поединку с Сергеем Деревяченко. На кону будет стоять вакантный титул IBF в среднем весе. «Сергей – джентльмен и мой друг, но я не считаю его своим братом. Он стоит на пути исполнения моей мечты, поэтому теперь Деревяченко для меня скорее враг. Моя задача – выйти в ринг с мышлением – убить или быть убитым». Также Джейкобс высказал мнение о результате реванша Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. «Когда я смотрел бой в первый раз, то подумал, что Головкин выиграл его с разницей в 3 очка или вроде того. Но пересмотрев бой внимательно, думаю, он смог закончиться в ничью. Либо ничья, либо победа Головкина в один раунд». Бывший чемпион мира Мурат Гасиев узнал, когда состоится его следующий бой после поражения от Александра Усика. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что Гасиев вернется в ринг в апреле-мае 2019 года. Планируется, что бой состоится в Краснодаре, однако соперник россиянина пока неизвестен. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов решил достаточно интересным образом поиздеваться над ирландским бойцом Конором Макгрегором. 6 октября в Лас-Вегасе на арене Тимобайл Нурмагомедову удалось защитить свой чемпионский титул, победив представителя Ирландии удушающим приемом в 4 раунде. В результате этого в сети ходило достаточно много разговоров, и бой Хабиба с Конором стал самым обсуждаемой темой на протяжении всей недели. Однако Макгрегору, видимо, не хватило популярности от этого события, и он решил еще больше заострить внимание на своем поединке против Нурмагомедова, сделав пост, в котором детально расписывает каждый раунд боя, делясь своим мнением. Это достаточно интересный план привлечь к себе внимание, ведь фанатам всегда интересно узнать, как видят ход поединка сами бойцы. Именно здесь Хабиб решил оставить комментарии под одним из постов. «Это только бизнес», — написал Нурмагомедов, издеваясь с ирландским оппонентом, который на протяжении боя неоднократно говорил Хабибу, что весь этот трэш-токинг перед боем — только бизнес. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всем удачного дня!